Это у нас плитка такая гладкая или просто... Ребят, я сейчас одену микрофон, у нас, короче, на обзоре сегодня будет «Газель» на кемеровских номерах. Здесь мы видим письку, это не просто писька, это вторая камера, которая будет установлена вот там сверху, когда здесь будет большой фургон, когда будет удлинена рама. В этой тачке установлено мощное сердце 4,3 литра от Toyota. Погнали! Что хотел сказать? А ты снимаешь? Да я вам смотрю, как Димка провода мотает. А, постричься, ёб некогда. Вот, что я хотел сказать. Я, ребят, завтра не смогу, послезавтра постригусь. Это еще 3 или 4 видео мы снимем, потом будет нормально все. Давай переходим. Под капот мы еще вернемся. Не, давайте сразу под капот. Здесь самое интересное. Мотор хрен с ним. Мотор... тема. Вот предохранитель стоит. Предохранитель для аудиосистемы, который питает один усилитель. В этой системе установлен всего один усилитель. Помните, мы как-то анонсировали усилитель KIX серии Ingrient Line KIX F4. Четырехканальный по 200 ватт в канал. Он немножко мощнее, чем вот этот 3UZ FE, но, короче, и тот интереснее друг друга, да? Короче, 4.3 мотор. Made in Japan, все четко закрываем, ну дует он вообще, просто он прям шепчет, он прям свап тема. Так, Газель Next, как владелец Павел его зовут, хотел забрать серебристую, но у нас очень часто бывают наебаловные моменты, да, получилось белое, звонят, говорят, приезжайте, забирайте, только тачка будет другого цвета. Итак, что мы сделали? Мы здесь сделали шумку. Виброшумоизоляция передних дверей, задних здесь нету. Виброшумоизоляция пола, потолка и задней перегородки. Борта не надо здесь шумовать, они и так шумованные. И, кстати, вот этот борт будет другой здесь стоять, и вот этот борт пойдет сразу в продажу. В автосалоне, как мне предложили, что-то 1020 за него. Не, я не продаю, я просто констатирую слова владельца. Мы пока с ним общались. На машине 240 километров пробег, не 1000 сейчас километров. И вот эти борта на Авито продают там 1000 за 60, за 65, за 70, а в салоне, говорит, больше 20-ки не даем. Ну и так, небольшое отступление. Итак, здесь была заглушка. Магнитолы здесь не было с завода. И взамен вот этой заглушки мы поставили TI's CC3. 2K 464. 9 дюймов, доработанное штатное место. У вас не двоится в глазах. Да, здесь все правильно. Здесь установлено две камеры заднего вида. Для чего они нужны? С учетом... Так, винтики на месте. С учетом пожеланий владельца у нас получилось что? Одна камера будет там стоять в районе номерного знака, а другая наверху. Одна работает от задней передачи, другая работает по видеосигналу, ну, грубо говоря, по видеовходу, то есть, которая активируется уже с сенсорного дисплея TI-SA. Как это работает, я честно сам не проверял, но парни сказали, все четко, все хорошо. Для того, чтобы в зимние морозы запускать двигатель и прогревать дистанционно салон автомобиля, установили Starline 93 с... GSM модулем. Здесь установлена сим-карта от Мегафона. Сейчас приедет владелец, мы прошьем все там авторские вот эти, да, моменты, логин, пароль, и все будет работать. Сердце системы KIX Ingrient Line F4, 200 ватт в канал, ребят, играет бомба, мне очень понравилось. Герц CK165 у нас замещает фронтальную акустику, твиттер плюс мидбас. Мидбасы установлены у нас вот так вот на доработанных штатных местах. Можно их было, конечно, вкорячить туда под штатную обшивку, но сделали такие вот проставки, перетянули к биэластикам. И как владелец выразился, говорит, я хочу, чтобы вот красивое видео крепится на шестигранничке. Здесь так и сделал. Ну, кайфово. И игра здесь кайфово. Ребята, а бюджет системы здесь всего 54 700 рублей. 56 195. А почему я взял там 54 700? А, 56 195. Видите, корректировочки небольшие. Ну, бюджет вообще смешной. Но играет пиздец как. Вот прям честно скажу. Не до мурашек, но кайфово. И в меру громко. Даже очень громко. А куда мы сюда поставили сабвуфер?
от сидения. В данном случае в КНР был произведен сабвуфер Sound Civilization QD12. Таких мы ставили много, в том числе и в новые Sorento, и в маленькие Весты, да? Volkswagen Polo, и вот в Газель. Судя по коробке, динамик имеет слимовскую магнитную систему, то есть это не полноценный магнит, а плоская. Но и звучок у этого сабвуфера за 7900 просто прям фантастический, так вам скажу. Он плотный, напористый, ну кайфовый, прям вот топчик. Топчик в своем самом сегменте. Он не гудит, не бубнит, он просто напористо работает. До JL Audio не дотягивается, но... А JL Audio вообще знаешь, сколько стоит? 44. А у Герца вышли MPS серии, вот такая тоже играет. Вот решетку, у которых интегрирован. Может, снимем обзор? Напишите, ребят, интересно вам будет. Например, у Герца вышли новые модели сабвуферов серии Mille Pro. MP там 300, MPS 300. Там красивые такие, дорогие. Там один что-то в районе 38 тысяч рублей, а другой 43, по-моему. Вообще топчик. Можем взять, у нас наличие они есть. Ребят, чтобы это все дело подключить, нам нужны акустические кабели. Межблочные кабели здесь не нужны от слова вообще, потому что мы здесь подключили по входу высокого уровня. Я вам снимал обзор на этот усилитель. Вы должны понять, про что идет речь. Другими словами, мы взяли просто с передних выходов TI-са и протянули акустические кабели к разъемчикам. Разъемчики вставляются в усилитель, никаких тюльпанов, и все четко, все хорошо. От двух каналов усилителя работает сабвуфер, и от двух каналов работает фронтальная акустика. А вот где стоит этот усилитель, это я вам сейчас попытаюсь показать. Чтобы все это дело... Мне нужен фонарик, Дим, будь добр. Чтобы это все дело показать, надо сделать вот так. Ой, бля. Ага. Не тут-то было. Усилитель у нас расположен на задней вертикальной стенке. Я попытаюсь подлезть туда. Вон он, голубчик. Кстати, тут еще видно? Нихуя не видно. Давай сюда. Короче. Вот. Вот так. Видите? Так. Попробую сейчас зайти с другой стороны. Ну, это, конечно, все делалось при снятом сидении. И как раз под этим сиденьем у нас расположился 12-дюймовый сабвуфер, под который короб мы сделали индивидуально. Ребят, на все про все у нас ушло меньше 2 дней. Мы пахали как кони, но мы это сделали. Параллельно еще изготавливали в тыл в Starks. Антон выходил с выходного дня. А твиттеры у нас расположены в стойках ветрового стекла. Мидбасы в доработанном штатном месте. Под сидушкой расположился 12-дюймовый короб закрытого типа. Он вот так вот крепится вот через эти. Он очень жестко. Ребята, он так кайфово играет. И вот здесь вот установлен четырехканальник и пассивные кроссоверы от акустики Герц CK-165. Вот фальшуха, она у нас то и с этой стороны. Короче, ребят, играет здесь, ну прям превосходно, я вам так скажу. Головное устройство TIS у нас вот на доработанном штатном месте. Оно включается у нас так вот с кнопки, потому что в штатной колодке там от зажигания сигнал идет на включение магнитолы. Вот. В принципе, у нас все. Бюджет системы, я вам сказал. Кабель из-под капота у нас уходит через правую проходную. Слева здесь нету места от слова вообще. И у нас ушло, вот здесь не поверите, 7 метров силовой проводки. Немало, но я тоже думал 3 уйдет. Хер с 2. Так, бюджет сказал, конфигурацию сказал, усилитель показал. Эти все. Что, остается время слушать, да? Погнали. Ребят, я включу песенку, которая лежит на внутренней памяти TI-са. Давайте послушаем. У нас такие вот здесь кайфово так. Привезли по 300 метров проводов черных, красных, и парни наматывают их на катушки. Мотнул. Я чуть-чуть здесь регулировал.
Одежки, да, вот такие. Получается, Дим? Получается? Меньше баса, чем на других. Дела. Вот, и две камеры у нас для удобства парковки. Ребят, ну вот такая вот аудиосистема. Газель была у нас сегодня на обзоре. Вот такая вот интересная машина. Она стояла весь день здесь. Ну и как бы вот на этом с вами я прощаюсь. Напоминаю, что за 1000 рублей мы подарим Халка именно себе. Принимайте участие, у нас на сайте есть ссылочка «Участвовать», да, и, грубо говоря, вот этот автомобиль. Есть замечательные возможности выиграть за 1000 рублей. Двигайтесь с музыкой, до скорых встреч, всех благ, всех обнял, всем пока. Среди старинных домов и дворов Арзамаса слышен музыки панч и вибрации баса. Моталый кузов, хром как Кикати, топит Фронтера. Валит автостиль, на Поволжье своя атмосфера.